Причина эвакуации – сильное задымление. В рамках месячника пожарной безопасности в школах и детских учреждениях проходят проверки. Каждую четверть учебные заведения обязаны проводить плановые эвакуации. Подробнее в нашем сюжете. Внимание, сильное задымление второго этажа. Эти ребята – кадеты МЧС. Форс-мажоры их не пугают. К эвакуации полностью готовы. Они ответственны и за младших школьников тоже. Моя мысль будет поскорее прибежать к тому месту, которое мне назначено, и забрать тот класс, потому что я ответственен за их жизни, если в нормальной ситуации, в опасной. До класса надо, во-первых, бежать, потому что школа горит. Вот. А дальше спокойно выходим. Главное не паниковать. Свободные от посторонних предметов выходы и наличие специальных масок. Здесь правила безопасности соблюдают строго. Покинуть задымленное место нужно за 4-5 минут. У ребят получилось. Главное – спокойствие, только спокойствие. Сказать, чтобы они не паниковали в первую очередь, потому что таких причин нет. Это всего лишь эвакуация, такая учебная. Это дворец пионеров и школьников. Сирена подает голос. Все действия слажены. Видно, что с ребятами проводили инструктаж. В день здесь может находиться несколько сотен человек, а поэтому огнетушителей даже больше, чем положено. На всякий пожарный случай. Спасатели проверили давление в шланге, планы эвакуации и ручные извещатели. Сработали все системы, работают на должном уровне. Пожарный водопровод будут оценивать эксперты, насколько он правильно работает. Пути эвакуации и коридоры, выходы, они соответствуют нашим требованиям. То есть все двери открываются в сторону выхода из здания. Имеется светящееся табло «Выход» над дверьми. Такие мероприятия в буквальном смысле жизненно необходимы. Ведь вопросы пожарной безопасности не должны оставаться риторическими. Юлия Комкина, Антон Судженко. При содействии пресс-службы Главного управления МЧС России по Курской области. Телеканал 7.